Приехали маленькие внештатные сотрудники музея, ученики 3-го В-класса Ангинской средней школы номер 1. Дело в том, что уже 3-й год музей сотрудничает с всеклассным руководителем Олимпиадой Константиновой. Встреча с музеем вдохновила ее на организацию из всего своего класса целый ансамбль якутских народных инструментов «Тулукчан». Ее сподвижница – руководитель фольклорного кружка Виктория Дьяконова. Дети играют на инструментах нашего музейного мастера Владимира Махначевского и на кырымбах Руслана Гавышева. Итак, фольклорный ансамбль «Тулукчан» первый раз играет с легендарным для них мастером Русланом Гавышевым. Gerçek ödüleyiz, ınsayı canına, avın alapya, hobo çok obraz, ısırı sıca, omun naa homo başarıda çeçe kartapıcı, ırgı serüvine, kirge skiriyle, varda huu, hoca tem bıcır 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 Айдем в семье, идем на стадо, батисят. Керекадири на Аврапе, сырокси сэрэ рэгэта джан, кюрэстэнэ хайны хамисы лайэк бэдэн бэргэзи мэрэ, сойси табрэн чудал яна, хамисы на хабрэн сойси тахуна хайэхэн кудэ бонья. Бинэна бонна, мастэн гандар бот. Атан тэрчэр мчэн дэзэлэ хэрэ, атан сагачэ оғаса амрэн мэгэси. Коска сагэрэ дэгэ сайдэн дэн, онна кэгэ нэхэн амрэн лэгэдэр лэгэдэ. Классная халарская, кынка-мынка-гитарская. Эй! Я на карте!
Учащимися третьего класса Ангинской средней школы номер 1 фольклорный ансамбль «Тулукчан», руководители Олимпиада Константинова Виктория Дьяконова.